Это ваше. Что? Вы обронили. Это не ваше? Мое. Эй, спасибо! Нет проблем. Но я и торможу сегодня. Сколько еще ждать это-то? Чё, блять? Это сейчас было вслух? Могу и на метро поехать, в общем-то. Да там речь об исключении идти не может. Не так уж и много я пропустил. Разве что первую неделю месяца. А еще пару дней. А в те дни я болел, честно-честно. Уверен, в этот день я точно был. Что значит это был выходной? И вообще, я вкалываю на двух работах. Как это им все равно? Им все равно на своих студентов? Понятно. Плевать, не из такого дерьма выбирался. Люди, много людей. А вот если бы ты разрешил взять отцовскую машину, мы бы тут не толкались. Он правильно сделал, что запретил тебе. Ты на что намекаешь? Хочешь сказать, я плохо вожу? Это из-за того случая, да? А? Забудь уже про эту бетономешалку. Между прочим, я сама сдала на права. Да, с пятого раза, и что? Главное, что они есть. А ты, мелочь, ходи пешком. Эй, я с тобой разговариваю. О, черт. Больше 60% пропусков. Сколько дел навалилось. Оказалось, наверное. Боюсь, в этот раз откупиться не получится. Что же делать? Ненавижу. Или... Ух ты. Это то, о чем я думаю. Кто, где, мужчина, женщина? Как думаешь, сколько бы... Тихо. Не кричи на весь вагон. Парень в шапке у дверей. Прекрати высматривать. Так, все хорошо. Начинай считать. Выйди на следующей станции. 2, 3, 4. Нет, мне нужно узнать его категорию. Что? Нет! У тебя не получится. Тише. Я должен попытаться. Шанса может больше не представиться. Эзекиль, послушай. Сейчас не лучшее время для риска. Если он попросил моей помощи, значит, он в ней нуждается. Да. Не выходите? Могу я пройти? Быстрее, кажется, выходит. Эй! Слышь? Я своего согласия на участие в этом не давала. В одиночку ты бы меня не отпустила. Идем за ним. Рене, у меня есть кандидат на чистку. Нет, есть проблема. Мне понадобится помощь. Невер. Нет, не опоздал! Не, без двух минут! Напомни, в каком часовом поясе ты живешь? Что-то не так? Мы будем нагло выжидать человека? Прямо здесь? Я просто проверю, сказал же. Вечер обещает быть веселым. Убогий день, я опоздал везде, где только мог. Избавь меня от нытья. Тс, как всегда. Ну ладно, пожалуйста, если так хочешь. Короче, слушай, какого черта я должен ходить на эти пары, если сам препод их не посещает? И еще... Самое интересное нас ждет в конце триместра, когда этот старый дед спросит конспект лекции. Лекций, которых не было! Куда мне податься? Юрфак обделил психологией. Психфак не затронет юридическую сторону. Да, извини, что не предупредил раньше, Хидеки. Я не смогу сегодня прийти на занятия. Нет, я не болен. Непредвиденные обстоятельства. Кажется, я буду варить кофе и печатать визитки до конца своих дней. Извини, Нев. Мне уже пора. Я отработала твои полдня. В расчете. Чувак за вторым столом должен еще пару монет. Не было сдачи. Может занести поздно вечером. Ага. А эти двое чего ждут? Понятия не имею. Пришли только что. Ах, да, точно.
Бак с кипятком окончательно сломался. Слей, пожалуйста, воду на ночь или затопит. Never! Да, я помню. Бак — вода. Здравствуй, Руперт. Господи, ты что здесь делаешь? Где Рене? Детектив занят. Будет он ради такой ерунды ехать на окраину города. Ты просил привезти удостоверение 12-бального сотрудника. Что не так? Ну, выкладывай подробности. 7- или 10-бальный. Сейчас находится в этой кофейне. О, давненько никого не чистили. Следуем инструкциям. Вот только... Напомни как, я не патрулировал. Ты это серьезно? Предъявляем удостоверение, проверяем документы под предлогом антитеррористической профилактики. Пробиваем по базе, а дальше по обстоятельствам. Нечищенные чаще бегут, будь начеку. А сейчас ждем, пока не уйдут посетители. Все ясно. Будешь? Нет. И завязываю уже с таким питанием. Окей, а ты завязывай с отловом категорий. Чего? Опять хочешь обвинить меня в честном выполнении своей работы? Ну, началось. Полегче. Я просто хочу сказать, что... Постой! Ты не говорил, что их двое! Кроме парня в шапке, еще пацан беленький. У него подсознание мелькает, ты не видишь? Нет. 12-бальный. И... Чего мы ждем? Все уже ушли! Я никогда не проверял человека на категорию. Я не знаю, что можно забрать, не причиняя вреда. И забегаловка так себе. Слышал, о чем они говорили? Даже бак дырявый. Его нужно сливать на ночь. Ставлю на то, что парень шапки об этом даже не вспомнит. Не вспомнит? Смотри, мелочь действует. Выдвигаемся, быстро! Стоять! Руки! Что происходит? Вот черт. Рядовой сотрудник полиции Руперт Грач, предъявите свои категории. А? Удостоверение личности, паспорт. Но в чем дело? Если у вас нет документов, вам придется проследовать за нами, ребятки. Будто с документами не придется. Елена, подай, пожалуйста, документы. Паспорт? У меня нет с собой документов, но я могу предъявить студенческий или... Что конкретно нужно? Зеро. А второй? Оба зеро. Да у пацана поддельная категория. А у этого вообще документов нет. Придется проехать с нами в участок.